На шаг ближе к лету. В Хабаровске сегодня стартовал сезон фонтанов. Традиционно первым местом, где струи воды взмыли в воздух, стала площадь имени Ленина. А буквально два часа назад заработал и большой комплекс на городских прудах. Надежда Лях увидела, как это было. Запускаем. Команда отдана, и в ту же секунду струи воды в дивном ансамбле взмывают в небо под музыкальное сопровождение и возгласы людей. Этого хабаровчане ждали больше полугода, поэтому подходят любоваться фонтанами как можно ближе, и даже брызги не мешают наслаждаться красотой. Меня чувства переполняют. Я бы туда ближе еще бы присела по возможности. Мы специально приехали, замечательно. Красота. Здорово, что у нас в городе есть такое место. Фонтаны на городских прудах считаются самыми красивыми и масштабными в Хабаровске. Чтобы надежно войти в сезон, шла серьезная подготовка с осени, как только комплекс ушел на отдых. Здесь 9 фонтанов находится. Основная масса насосов, основная масса форсунок, подводных светильников находится здесь. Чтобы оборудование не вышло из строя, оно будет работать только в определенное время, по средам и пятницам, а также выходные с 19 до 22 часов. Для многих запуск фонтанов – это еще один предвестник лета. И первыми его почувствовали хабаровчане, отправившиеся гулять днем на площадь имени Ленина. Традиционно именно здесь открывается сезон. Большой праздник для города, для каждого жителя, для края. Мне мама, которая живет в поселке Дата Ванинского района, позвонила и сказала: ты видела новости, ты смотришь, ты следишь, вы пойдете? Я говорю: конечно, пойдем, обязательно. Гуляют по площади туристы из китайского Даляня. Гун Хун в последний раз была в Хабаровске 7 лет назад. Сейчас показывает подруге любимые места. Здесь красиво. Раньше я здесь работала в генгосуществе, и поэтому это мое знакомое место. Сейчас на этот раз только для, как сказать, воспоминания о старых родных мест. В краевой столице заработали все фонтаны. У каждого свой график. Но чаще всего любоваться ими жители и гости города смогут со вторника по воскресенье. Они будут включены с обеда и до самого вечера. Надежда Лях, Егор Гончаров, Вести, Хабаровск.